Запчасти для байка? Я ищу кое-что. Ну, загляни позже. Пока, Ди. Эй, как думаешь? Погоди, я сейчас. О, Брайан, я у одного из маяков, у Кэмп Крик. А тут ничего нет. Подожди. Ну что, ты готов? Только давай не как в прошлый раз, понял? Ну, человек скоро прибудет. Ты знаешь, что делать? Конец связи. Да, знаю. Постараться, чтобы меня не подстрелили, пока я тут для тебя шпионю. Конец связи. Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься. Ничего, я тебе сказал. Есть люди повыше меня, которые хотят скрыть от нас, что происходит. Я чуть не спалился. Знаешь что, да мне плевать. Мне тебе нужно только одно, узнать, где Сара Уит. Уитакер, я поручил это одному человеку. Но нужно время. Тебе придется набраться терпения. Да? Как будто у меня есть выбор. Конец связи. Эта группа не из моего подразделения, так что я не смогу их отследить. Надо... поставить на вертолет маячок. Я догадался. А еще пошпионить за чуваком в скафандре. Больше ничего не надо. Надо. Постарайся не нарваться на пулю. Ты рацию не выключил. Это же все. Вот они. Оловянные солдатики на марше. Зрелище. Молодцы. Идите занимайтесь своими делами. На меня не смотрите. Вы это слышали? Обгрызли.
на особи есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно сношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. А, наш биолог с автоматом. Вроде слышал что-то. Ну, это означает, что некоторые фрики просыпаются поутру, принимают душ, одеваются, цепляют на руки любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожирать, гадя под себя. Нахрена они вообще тратят на это время? Надеюсь, О'Брайен все получил. Так, а теперь надо быстрее сваливать. О'Брайен, ты на связи? О'Брайен! Подожди. Да, я здесь. Я поставил маячок и скачал данные. Специалист был мужчина или женщина? Чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина. Извини, имени я не узнал. Ладно, еще поговорим.